Занос метров 200. Ну, количество кинул, не знаю, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в общем, нормально, что 15, наверное. Все пока пошли. Сейчас посмотрим, сядут, нет. Беленький этот слабоват. Может, кто-то сядет. Ну, не все сядут, он те уже так. Очень сегодня, ребята, ветер хороший, но очень низкое небо. И сразу будет брать дымка, потолок будет. Для молодых это хорошо. Здорово. Кто-то сел. Двое сели. Но эти, я думаю, пойдут. Три. Эти все пойдут. Остановились так. Недалеко. Ну, занос я вот, ребята. Вот наш. Метров 200, да, может, 300. Так, пошли все, парочка села, погнал, значит, грубо говоря, 5 часов. Как такой бурый, он так на жопе может ездить. Куда-то он не с того ни с сего появился. Да, он такой, он всех бросает, он такой. Он. Еще я, ребята, кинул, сколько я кинул, вот еще подошло тут штук? Ну, тут 3, 5, 8. 8 и 1 к ним подъехал, 7 кинул, наверное, да? Ну, там кидал. Семерочка показалась, ну и тут троечка. Ага. Там еще одно что-то, кто-то на 9 этаж. Опять дождь начинается, зараза, не дает дождь. Каждый день по дождю летают. Да. Вчера не дали. Это хорошо. Да. Оттяжка, дождь, небо низкое. Это но... хорошо, небо вообще низкое. Но зато, ну зато хорошо, да. 200 метров уже в дымке, 200. Да, 200 метров. 150, наверное, в дымке. Нет, тройка, он повыше. Да. И тейки подбираются к ним, видишь? Дождик начинается, ребята, не дает дождь. А те, где все, которые шли? А вот они. Вот они, вот они над проводом, над проводом. 7 штук. Ага, ага. Сейчас, они, ребята, будет они... хорошая куча. Сейчас будет куча они, до двух десятков. Они там за 9 этажки показались, они далеко были. Угу. Мошка. До там двух. Я смотрю, оп-оп-оп. И там еще одно где-то летает. Ага. Не высоко будет, но до двух десятков. Это высоко не поднимется. Ага. Выйди, кинул Попова, рыжего. Попова здесь. Рыжего Попова. Так, рыжего Попова кинул. Ну, у нас один тут. Сейчас немножко покидаю отсюда. Ребят таких, которых еще... Еще не это самое. С семерки кто-то отделился. Ага, вот это тройка с первых, а это со вторых. Вторых кинул 10 минут. А первых ровно 5. Так, сейчас еще чуть-чуть подброшу здесь. Сколько штук, не считаешь? 4. Ну тут 7 штук. 7 плюс 4, 11? Да. И лезет сколько? 7. И лезет одно 7. Пониже и 6. Ну, в общем, хорошая кучка. Хорошая кучка. Хорошо стоят, но дождь не дает. Ну, что молодых... не дает? Вчера молодой нормально по дожде взлетал со старым. Да. Не уступил. А это вчера ливень прям. Да. Ну, сегодня так. Начинает молодой. Сегодня не дождь. Да, сегодня не дождь. Сегодня хорошая погода. Сегодня солнечно. Только по порточке слышно шуршит. Почему, мне кажется, небо аж повыше. Да, конечно, повыше. Я сегодня смотрю, на картонку не видно. Вот, ну, по картонке, представь себе. Туманчик какой-то. Да, по дождичку собрались. Много тут их. Вот он опять чужак. Опять? Ага. А, нет, нет. Смотрите, сколько. Да, все внутри бахает. Так. Да что такое? Вот они все. Дождь начался. Ветерок небольшой. Молодежь старая, многих покидал. Тут вот немножко внизу. Рожопоясы. Тут рожопоясы? То вот он открылся. А, имеешь, ты имеешь в виду бурый? Да. Бурорябый. Ну же бура поясы. Да, бура пояс. Ряба. Ряба поясы. Да, кое-кто сел, дождик. Ну я еще отсюда кидал, правда, голубей. А бура, бура ряба, мол, какая разница, что вверх, что вниз. Сел он уже, не? Да вот он висит. А вот он. В троечке. Буры. Ага, ну правильно, да-да-да, я мы его пока. А это кто приехал? Это из нижних, да?
Ну то выбито крыло бурое, это кто? Выбито крыло Попов. Садится, да? Да. Ага, вот он. Да, вот Попов садится. Ну, а еще там осталось 12, получается. Угу. Вот Попов. Да, с первой 12 так и машут. А тут 12 штук, ребята, над домом. Тут же, наверное, получается, там же было 3,7. Ага. Наверное, же 2 отсюда кто-то догнал. Возможно. Со второй подключки. Возможно. Белая, может, или кто-то там. А, такая полстарябая моя пошла. Шестой, 2 на 2 молодой спорована. Я отсюда и кидал. Так. Белая могла пойти. Ну, в общем, пошли голуби. Некоторые в 12, в 5, некоторые в 10 минут. А что то вот рябы, я вижу, наглый где, а кто рябы, вот он сейчас самый левый рябы, видишь, какой красивый пляж. Ну там же два, наглая морда и молодой. Не, наглый он, а да. Без головы что же там? И без головы. А, то, наверное, без головы. Блин, накрыл. Владимский, был немножко вариант. Так, над домом, ребята, голуби не высоко, потому что там дымка. Над домом небольшая высота, 100 метров. Все над домом. Ну, все, кто остался тут, старые, молодые. За полчасика летают. Полчасика летают. Ждем, ребята, ваших голубей на полигон. Осталось 2 недели. После 15-го. Да, до закрытия трансферного окна. Так, 15 дней осталось, так что спешите. Видел вчера, как этот? Ох, и молодцы. Тоттенхэм шлепнули. Да. Не видел. В Англии Тоттенхэм и Аякс шлепнули. Так они Ювентус дома. 1-0? Да. Ювентус дома играли. Такое ощущение, что Ювентус вышел в хоккей играть. Они там его уже переигрывали. Молодцы. Угу. Молодцы. Хорошо. Давно Аякс не был. Под ветерок там, значит, ну кто там из полигоновских мусник. Там все, наверное. Да, Попов сел, но он не готов, Попов. Я вот так немножко. Кто, кто пошел? А? Вот у рябы, кто? Наглый, ну посмотри на него. По крайней мере, не могу. У него крылья светлые, наглые. Сейчас, посмотрим. Я прям. Да, кто-то отходит. Сейчас посмотрим. Кто мысник в стороне, а то, кто мне первый раз так не наглый так не летал раньше. Ты какой-то. А, это значит одна сбоку. Я ее отсюда кинул. Помнишь, она такая была чуть-чуть? Она давно не летала, одна сбоку. Полосатая ряба. Она такая, она чуть. Ей надо, ну, как бы устояться, понял? Ну, то она первый раз. Да, она первый раз. У нее давно не гоняли. Она ищет, куда уже садиться. Да, она у нее такой, да, всегда почти поет. В общем, тут все над домом стоят. Полчасика. По одной черная моя. Ну, да, это ну, не по одной. Чересчур он красивый, на по одной. Да, это моя по одной нету хвоста такого. Ты ж видишь у этой? Да, да. А у того более спортивная фигура. А вот молодая сплошная, вижу, намылилась садиться уже. Вот видишь, из верхней. Угу, угу. Молодая сплошная. Ну ничего, 40 минут полетает и хорошо. Одна сбоку, одна в середке, тоже вторая молодая. Вот это жебрики, понял, садятся? Mm-hmm. Вот они, оба они здесь, понял? Я же думал, загнал их. Mm-hmm. Они обе здесь, никуда они не делись. Выпадают ребята, погодка как-то стихла, влажность такая. А вот это кто стоит внизу возле дерева? Сейчас посмотрим. Это без головы. Или рябой. Без головы. Видно, что старый. Старый, ага. Да. А, вот он по одной. Вот это по одной похоже на него. Вот он справа. В нижних. Ну, вот он. Вот он. А. Вот он сейчас между кучами. Пытается его крутнуть. Вот, а пошел за той, за нижней. За ней еще двое. Да, то похоже на одну по одной. Thank you.
Вон, видишь, на блондинку завис. Вот он, вот он похож на то, на то одну. Тут, по-моему, похож на мои голубые. Так, надо водички налить. Это чересчур красиво. Мы долго полетали. Сейчас 40 минут. Мосится садится. Да, мосится садится тоже, да. Так, по одному, по два. Мысник остается. Мысник со спрашиваем какой-то. С рыжополосатым молодым. А сейчас вот выше их кто? Мысник быстренько сбавил, вот выше всех. Налая морда рябый. Выше всех. Ну да. Выше рыжопояса. Вот, а то мысник пошел, да. А рядышком с ним вот там наглая морда. Все, все садятся. Вот это рябый молодой, а где мой подбой? Пошел, а, о, она на девятиэтажку. Сейчас. Ну, наглая морда вот тут, вот сейчас там на девятиэтажке. Наглая морда вот тут. Вон на фонаре, вот тут он наглая морда. А вот это может быть. Это кто на девятиэтажку садится? Наглая морда. А там сплошное еще что-то сидит. Еще кто туда садятся? Вон. Они сейчас там все, наверное, сядут. Ага. Найди меня по одному. Да не могу найти. Сплошной. Сплошное что-то садится на девятиэтажку, но не захотела. А над ним-то что? Чубатый он сплошной. Без чубатого. Вот, над проводами. Наглая морда. Над проводами. То что вот они с чубатом, то что? Брежнев. Брежнев и... Получается вот это тогда мой рябы вот это, да? Если наглый сел туда, вот он, рябенький. Не знаю. А по одной где? Не знаю, кто ты что видел? Белохвостый что-то. Садятся. 45 минут. Крупнулся до девятиэтажки. Поснимай того. Сними того. Мне все-таки интересно, мне это по одному. Ты же туда пошел. Пошел. А? Ага, я не увидел. Да. Все, не увидел. Благодетельницу не кидал? Кидал. А, так это благодетельница, это не мой ряд. Чубатый, чубатый увидел. 45 минут полетал. Это без головы. Чубатники 45 минут сегодня. Не стал лидером сегодня чубатый оставаться. Вот одна сбоку это, так она и. А, не, это без головы. Это без головы на крыше. А какой же шатаря был? Ну молодой. Молодой. А сзади него наглый. Сзади него наглый. А по одному не крупнее, чем на депаке. Так. 50 минут, 5 штук, ребята, осталось тут у нас. Не могут сесть. Вот это молодой, бурый. Бурый молодой. С мясником, да? Да. Я ж вижу, что молодой. Ага. Да, бурый молодой. А, ну а где-то да, кто там на девятиэтажке? Возможно. Там, походу, два ряда. Я думаю, да. Два ряда? Там, да, рябы один, вижу точно.
да. Пацаны, горябок. Точно горябок? Да, точно горябок. Ну, тут по одной туда и сказанул, на ДК сел. Наверное, да. Трое садятся на девятиэтажку. А мысник с бурым здесь. Я бы стал перелетывать по одной. Угу. Вот этот часовщик. Голубь у тебя бурый, рыжеполосатый, вот его детки. 50 минут забыл. Ты чубатый, по-моему. Так вот. Час отлетал рыжеполосатый молодой и мысник старый. По часику. Мысник сразу на голубятню садится у нас. Ага, мысник сюда на голубятню садится. Вот так вот. Ага, зачет. 60 баллов. Этому 61. Из девятиэтажки кто-то сорвался. Опять сырость, опять прохладно, опять если пары, значит, молодые, ну или встают уже, то ребята могут подмерзать. О, еще один из девятиэтажечки. Хотя холодно, там штук 5 у нас его. Чужие.
так работает ключ. Ну, по одному кореху будет. Это кто у нас? Андрюхин по одному, там все Андрюха. Дима, Ди по одному, там вот он будет по одному. Молодой. Совместной паре Андрея Голубка, мы будем бурорявый летчик будет, видать, как черт. Мы его так чуть-чуть прижаливаем. Но ведь я его уже запуливал. Слава богу, он пришел на следующий день. А я его сюда прижалил, ну потому что видно, что он будет. Этому не надо ничего. Ничего, этот летчик никогда не заселится. Таких на полигоны это будут чемпионы. Ну если они, конечно, не покроются в первые там дни. Я его чуть прижимаю, потому что такая видно, желание есть, все есть. Пусть чуть-чуть. Похоже, им надо окрепнуть, набрать немножко. Можно устраивать таким голубым. Это грустненький такой летчик. Это будущие славки, ромки, лестники. Это летчики. Ничего лишнего. Одна грудь, видите? Малые, смотрите какой. Одна грудь. И голова. Ну-ка, где-то тут все. Ну и с ним пытается молодой уже. Разрабатывает кровавого там. Рано еще ему, но он уже... Уже сила проводится. Это малышня моя. Она чуть-чуть постарше. Там есть коротенький будет летчик. Крылышко у меня получше, чем у рядового. Чуть пошире, чуть подлиннее. Вот молодой ребята мысли. Наконец-то мертвый год. Не ждался. Ну, в первом году были, но у меня были какие-то бумажные. Просто летали со мной. Вот мы если пробуем себя сам, вот сам сорвался. Ну, как я говорил, это уже не мысленько, но 50% его труда. Из его пластилина это мне свои головы. Ну, так отметился и снимает. Это очень хорошо для головы. Ну, будет лучше папки.
Более красивые. Так, по этому ветру у нас сюда, ребята, кто-нибудь да, стоит. Тут одна голубочка с крыши сорвалась. За ней повыше он еще. Прыгнули прямо на все вот эту хеньку. Еще где-то одно, ну что-то не бывает. Тройка. Сплошные, наверное, это пара. С парой. Время уже без 15:07. Два вместе, наверное, парни, один чуть-чуть. Дима Примяков, вот это родители стальное тоже, или стальная как-то там комментарий, кто писал, стальная понравилась, вот это ее родители. Сзади папа, впереди мама. Это родители остальные. А тут полосатый у меня там на середке. Такая горела космата. А мы тут вот их не обладаться. А это дедушка ее. Вообще как. Все твои вареньки поменяли. Тут и вот так мог кто-то по полу решил полетать. Помните, какой он был? Лежал. Скрученной головой. Летал. Сейчас у него голода. Страшные никакие, ребята, болезни. Пошел потом полет. И моем повыше, вон, да, тут это нет. Вон они, видите, подали.
Горяченькая получилась. Переложил яйца, холодное уже будет, подложил, в общем, помешал, хорошо, когда его получил. Полез сам, пара красиво стоит, как вкопанная, чуть в оттяжке. Толпа сорвалась, мысник молодой. Нет, это не он, это рыба полосатая. Вообще, мысник, мысник. Вот он, вот он. Мысник молодой у нас будет. Мысник уже не сильно молодой. У нас будет мысник молодой. Ребята, сам сорвался и стоит. Кто повыше лето. Это моя пара, да? Это моя пара. О, вот эти что же пошли? Пока я тут снимаю, эти пошли, ребята. Ну где там этот? Смотрите, ну, наверное, этот не пошел. Мысник молодой. Сорвались эти, смотрите, кое-кто пошел. Не. А, мысник старый пошел. А, не, это на барнях. Буры, чего хотел голову отобрать, его все наляпали. Да. Так, кто ж тут пошел? Смотрим. Так, сколько уже тут у нас? Ладно, главное, что мысник тут. Куда мысник пропал, ё-моё? Вот это, наверное, он сел. А нет, это голубка побус. Шесток побус позвал. Так, не пойму, куда мысник пропал, ребята. Что все его... Не бачу. Всю гору папер. Это кто тут? А, это на барне. Это ага. Это пошел водитель, не улетает пара. И он пошел. Так. Я смотрю, что мысник не попадает. Да, вот этот бурый наварняк, который хвостик, что я хотел убирать. Это без головы. Пропал. Не вижу. Ладно.
садиться. А трое там потом так облез с крыши вверх. А, вон может быть, ну-ка. Дождь начинает, тут может быть, ну-ка. Нет. А это все набирало. Стоит. Вон пара тех и попыш. Да, он попытаем, потому что не надо покончать. Попозже я пока. Вот это про эту тройку взяли, вот трое. Это, ребята, чужачок. Мои так не садятся. Какой-то рыхлый такой. Это, наверное, чужой. У меня таких голубей нету. Видели с дырками, с этим. Разве что... Да не, оттуда не могла выйти. Вот у меня тут еще это, может, моя сплошная вышла, ну вряд ли. Тут у меня дверка иногда так сквознячком открывается. Ну, будем ждать, его особо манить не буду, он увидит голубей. А мои-то голуби не садятся. Так, садится моя четвёрочка, будем смотреть попу, сядет или нет. Вон еще голуби. А, вон, где сидел этот. Наверное, листик. Он что-то протянул, или, наверное, там он был. Вот он, листик. Ага, они там на коньке где-то сели. Вот думаю, где они? Они там на конечке сидели. Хорошо, выпадают голуби. Ну, смотрим, где тут. Не потеряю я попу вот сегодня. Нет, это не было.
не вижу Попова. А он же поднимался. И тут его нет. Это мой бурорябрый. Такой похожий на Попова. У него побольше щека. Так. Чужачок у нас появился, бачите. Я ще думаю, не думаю, таких у меня рыхлых вкусных нет. Кто-то, наверное, подогнал по ветерку или сами сорвались, но вот это сплошное к нам попало. Здесь попол, ага, вот он садится. Вот он, ага. То я просто не узнаю, потому что он может по одной. Почти все, он без головы один остался. Все, я понял, кто это Сергей Иванович Желтогрудый, да. Он у меня там был, выскочил он оттуда. Я пару раз бываю, это Желтогрудый мой, Сергей Иванович. Все-таки он отсюда выскочил, тут у меня сквознячком, он прикрытый был, сквознячком дверь открывается. И он выскочил, это мой голубок, по кличке Сергей Иванович Желтогрудый. Выскочил, молодец, сразу в гору. Он же там жил, как бы в этой кутузке, я хотел пару раз сделать. Это мой. Думаю, тут чужих таких не будет. Желтогрудый мой голубок.